Хорошие новости от кафе «Сунгари». Китайская кухня, вкусная еда, веселая музыка. Мы ждем вас всегда. Ребенок ходит, радует меня поведением своим хорошим. Не капризничает, не болеет. Есть у меня правнучка, и правнук уже есть, так что и внук работает в Тереховке на заводе. Все у меня хорошо. Сын в Владивостоке тоже работает на заводе. Кошка забеременела, сфинкс. Вот как-то так. Когда ждете? Да вот сегодня, сейчас уехала, она, наверное, рожает уже. Ну и, наверное, на них есть уже какие-то планы. Сфинксы, они же дорогие. Ну, одного котенка папа уже пристроил. Ну, конечно, да, как бы на продажу. Мы и заводили, в принципе, ее для этого. Хорошего, что есть семья, что есть муж, что есть ребенок. Вот, я за него радуюсь. Когда у него был день рождения в августе, он, например, сказал: «Мама, спасибо тебе, что я еще не иду в школу». Вот, то есть он как бы хочет в школу, хочет быть взрослым, но еще как бы ходит в садик и благодарит за то, что он еще как бы ребенок. Хорошо, да? А муж? А муж? Муж у меня замечательный, он помогает мне даже в хозяйстве, хорошо готовит, это очень много значит. Да, это великолепно. Да, прекрасно готовит, ребенку очень нравится, он говорит: «Мама и папа, вы так вкусно готовите».